Министерство спорта России утвердило стрелковый тир Гюргу во Всероссийском реестре объектов спорта. Для этого был собран пакет документов и проходили все сертификации. Всероссийский реестр видов спорта создан Федеральным агентством по физической культуре и спорту Российской Федерации. Его цель – систематизация видов спорта и спортивных дисциплин, культивируемых на территории нашей страны. Раньше проводили соревнования на своей площадке здесь, в Гюргу. Мы проводили соревнования мелкие, матчи клубные такие. На данный момент нас внесли в реестр Минспорта России, что позволит нам проводить большие крупные соревнования, и на этих соревнованиях уже могут присваиваться различные разряды. Поэтому мы стремились, и нас включили в реестр, теперь мы являемся членами реестра. В тире Гюргу представлен широкий спектр стрелковой подготовки, от пулевой и практической стрельбы до интерактивного тира и пневматики. Тренироваться в стрелковом тире могут не только студенты вуза, но и все желающие.